Ну а кто-то день города отмечал на четырех колесах. В Нижнем Новгороде состоялся автопробег на машинах с российской символикой. Колонна собрала больше 50 машин. В раскрасе триколора автомобили проехали от площади Комсомольской, через Сормово, по проспекту Гагарина и через центральные улицы города. Флаги на капотах, из окон машин и самодельная аэрография на бамперах. Участники автопробега сделали все возможное, чтобы их машины было видно. Растянули триколор на капоте, гуашью раскрасили бока. Флаги поставили. А эту легковушку превратили в танк. Смастерить такую конструкцию из дерева помогли шестиклассники школы номер 151. Все встречают позитивно, потому что это необычно достаточно. Я тоже испытываю позитивные чувства. Мне очень нравится, что какая-то часть работы детей показана на общее обозрение.